показать, но так сдалека не видно. У меня вокруг алтарного камня уже закрылись, потому что закат. Цветет зверобой. Я здесь была в полдень, и здесь все было в зверобое. Часть я пособирала, а часть таки оставила для своего места. Здесь по кругу я пособирала. А вот свеча под названием, как у Ирины Табатадзе, я увидела. Препятствия, которые нужно просто сжечь. Препятствия на пути, препятствия в дорогах, препятствия в раскрытии себя. Я сделала во всех сферах жизни. Кто-то на деньги делает, кто-то там в любви, кто-то в отношениях, кто-то в проектах, работе, самореализации. Я сделала на все сферы жизни, и завтра, если успею, хочу сделать... свечу на открытие дорог. Я такую делала, просто я не выставляла ее. Она была личная. Я ее не выставляла на общее обозрение, когда сжигала. Я даже не снимала. Есть несколько фотографий только для себя. Вообще-то я думала, что я пришла на закате. Но тут и шум, и солнца много. У меня еще много дел, поэтому мы сейчас и начнем. Вон мой зверобойчик прям поет. Так, и рядом здесь поле зиры, она же чернушка, она же тмин. Вот это поле зверобоя я здесь собирала, он расцвело недавно. Здесь по кругу собираю, самая большая поляна зверобоя и донника. Сегодня я просто здесь собирала. А вот это мое священное место. Здесь похоронено 400 моих животных. И там за деревом еще одно, мои домашние и самые близкие питомцы. Там мини. Такое захоронение в месте, где я всегда медитировала. 20 лет занималась. Так что я всегда здесь сижу. Это самые мои спокойные, тихие места. Здесь же сгорят препятствия, и дорога станет ровной.